Еще раз добрый вечер всем тем, кто смотрит нас прямо сейчас. Это третья тестовая онлайн-трансляция поединков Кубка Суперкубка Беларуси в рамках проекта Белорусской Федерации Футбола и портала Тутбай по показу матчей нашего родного чемпионата. И сегодня у нас футбольный марафон заканчивается матчем четвертьфинала между Минском и Гомелем. Этим матчем он должен был открываться, но разгуляй Хавьера из всем уже известного циклона разбил вдребезги планы команд, как горожан, так и гомельчан. Фола со стороны Алексеяна не было. Ну, тяжело судить в динамике об этом эпизоде. Хотя Войцеховский изначально намудрил, когда еще с Василюком, выходя на ворота, не решился на своевременную передачу. Афанасьев делает прострел, и Гомель открывает счет в этом матче. Антон Матвеенко подставляет ногу под прострел уже ближе даже, чем с линии вратарской, и забивает в распахнутые перед ним ворот. Не очень брежная передача. Ну, 2 в 3, даже 3 в 3 убегают. Павел Кирильчик, неужели будет бить? Можно разыграть. Направо перевод. Близнюк. Близнюк, ну уже дождались, пока вернутся футболисты. Однако, тем не менее, нашел лазейку. Нашел лазейку Геннадий Близнюк. И Антон Матвеенко, по-моему, это он был. Да, это Антон Матвеенко оформляет дубль. 2-0 на 66-й минуте матча. Каткин нашел Гигевича. Гигевич находит Войцеховского. И что, точку ставит арбитр? 10 голов. Его непродолжительной истории. Василюк. Василюк мастер. Он разводит Логвинова и мяч по разным углам. 227-й гол Романа Василюка. 1-2. И за 18 минут до конца у Минска. Конечно, уже начинает Минск торопиться. Как же здорово, Войцеховский сейчас мяч себе прокинул. Налево там один Рнич. Нет, это не Рнич, Рожок. Он там оказался. Подача! А там один Газека! Гол! 2-2! 2-2! Минск сравнивает счет в этом матче. Сергей Газека первым ударом не смог размочить. Не смог пробить Логвинова. Не получился этот удар, но дальше... Все 22 игрока, 21, не считая Бушмы, на половине поля. Гомеля, момент возникает на 93-й минуте, и Минск забивает. Забивает, и кажется, он выигрывает эту встречу. Когда все уже, и мы с вами в том числе, начали готовиться к дополнительному времени. 93-я минута, куча мала. Просто и так, знаете, спокойно.